Всех приветствую, друзья мои. Сегодня мы опять за Забайкалье рыбачим. Где-то Сережа Головорез здесь должен быть. Не знаю, где он. На Неву свою поставил, говорю, едь сюда. Как обычно, он уехал раньше меня. Я там видео монтировал, да все дела. Сегодня новые снасти, испытываю лодку, как обычно, взял. Гигантский свой сачок. Все дела. Не знаю, будет, не будет, клев. Думаю, не сидится. Сейчас начинаем. Ой, что-то машина закрылась. Накачиваю лодку, да выходим отсюда. 7-килограммовую щуку ловить сегодня приехали опять. Так, разбираюсь с снастью. Мне еще надо здесь все разобрать. У меня тут новые воблерки. Удочки. Два спиннинга возьмем. Одну раскладную возьму. А другой тонкий тест. Все, начинаю. Я взял этот магнум, лодочку, магнум нашу, чук, вот такой сачок у меня, гигантский. Начинаю накачивать лодку, а когда накачаю, чтобы она у меня не сдувалась. Но сегодня не так жарко уже, прохладнее, более-менее, да, нормально. Так, весла выкладываем. Насос выкладываем и выкладываем. Где-то у меня есть сиденье. А, сиденья там остались. Пусть будут там. Вечерний клев у нас сегодня. Что-то у меня тут даже не досохло немного. Оп. Все, качаю. Так, кто такие? Добрый день. Кто такие, деньги? Рыбнадзор. Рыбнадзор. У тебя что есть? Давай сейчас. Слоника показать? Ну что ты, Коля, мы не ожидали вас. Мы хотели сегодня выловить большую щуку на 7 килограмм без вас. Не получится? 7 килограмм там плавают. Постой, я тебе покажу что-то. Вот на эту сегодня будем ловить. Ну попробуй. Они, видишь, как голавлик, а сорожка и окунёк. Где-то работает, где-то ни хрена. Отодвинь-ка у него лодку-то, я между рюкзаком поеду. Давай, давай. Так ты чё не сказал, что приедешь-то? Я бы подвинулся. А это кто стоит? Да здесь и бросай, Коля. Вон сюда сдай маленький, здесь оставь. Вон посередине, встань вот сюда, между этих-то, вот сюда. Вот прямо тут. Заездов-то, да? Да ты чё тут? Так ты вон, в траву чуть-чуть, припаркуйся. Что ты? Или вон, заезжай туда. Этого-то зажал, он тебя поцарапает машину. Куда ты переедешь? Блин, давай, оттаскивай лодку, перееду. А? А, маленько туда? Ну, я сюда подъеду, а ты заедешь. Оттащи ее туда, взад. Давай, давай. На щуку. 7 килограмм, щука, что ты? Крокодилов ловить. Ну как, Коля? Как он еще сам так? Так Коля же что? У нас пацаны приехали. Саня сегодня 3 килограмма поймает, щуку сказал. Нет, Саня на линя. А вы на линя приехали? А я взял эту морскую удочку-то, зимнюю. А. О, я Рощинников забыл. Ё-моё, Коля, я думаю, что я забыл? Рощинников забыл. А зачем они тебе? Я хотел порыбачить на линя. Ё-моё, пользуясь случаем, передай привет. Привет всем. Так вы уплывете, что я за вами буду плавать? Всем привет, всем удачи. Блять, придется сегодня щуку-то, Коля-то, ловить. Лови щуку, конечно, ты что? Да я взял удочку зимнюю, камеру подводную взял, думаю, половлю еще сорожку. Нет, ты камера мутная, наверное, не увидишь ничего. Нет, я уже опускал, нормально. Вот, так у нас сегодня опять банда вся в сборе. Говорит, рыбы не поймались, зато наговорились. А Серега что, уже умчал или что? О, он стоит в корягах. А машину он там бросил, я говорю, подъезжай сюда, он испугался, говорит, я не выйду. А где он бросил? Ну вот первый съезд, который вот там внизу у него стоит. Вон, что-то вообще как-то... Вообще он волк-одиночка. Да, куда-то щекать. Ну как тебе мой сачок? Огонь? Это вообще чудо. 7 килограмм. Это правда на 7 килограмм? Наоборот, нормально. Все, мы качаем, плывем. Коля, контент на больших щук. А, вы-то щук не ловите. Я-то по щукам, раз забыл Рощинникова. Смотрите, где выполнение лодки.
Серьезно, говорят, плохо опять накачал. Да вроде нормально накачал. Подкачаю, если что. Все, сейчас будем оборудование складывать, потом... Чуща не съела тебя? Чуха ты, камера снимает. Ну и Коля. Куда сачок-то обычно? Зад ложится, да, или вперед? Вот сюда надо бы тоже эту, вот такую застежку для сачка, да? Упадет, утонет, все. А куда надо, думаешь, вперед его вот так? Или вот так? Ладно, пока так положим. Якорь я же, Коля, взял опять, а ты? А, у тебя гиря, блин, мне тоже на гирю сделать. Где-то у меня валяются они. Так, я пока сюда под ноги брошу якорь-то. Все, начинаю складывать. А ты бодогами рыбачишь, блин. А большими эти на бодоги-то? А, 3.15, так само то. Адмирал, офигенный спиннинг, 3.15. Вот Аршайн-то я купил. Не тот, который я тебе сказал. Я, этот, видать, ты мне покупал тот-то. А этот Аршайн, говорю, погоди, надо развязать. А почему, давай. Дима, у тебя лежит вот хороший спиннинг, а ты бодогом рыбачишь? Вот как так-то? А? Ты главное, ты как колечки поставь ты друг напротив мне, друга. Объясни, пожалуйста. Я не знал, что он у меня лежит. Я его нашел. Объясни мне, дураку. Как не знаешь, лежит, если тебе Аршайн покупал. Новый спиннинг. Вот она, кайда, что та же самая. Это у меня на окуня сегодня. Какой окунь? Это щуку ловить, ты чё? Меня вытянут 2 грамма он, ты чё? Какой 2? До 15 все грамм тест. Все вытянешь. 15 грамм тест, ты чё? На 3 килограмма щуку только. Запросто. Думаешь? Ты ну, давай все попробуй. Вытянешь им, ты чё, офигенно спини. Вот такие дела. А он бодогом рвачит? Бодогом, но... Так я не знал, Коля, что у меня есть. Ну, как не знал, если тебе покупали? Так я думал, вот этот покупал, который я тебе показал. Вот так надо держать, да? Вы так и держите? А или вот так? Так удобно? Нет. Я-то вот так вот буду. Так, я 2 даже пальца у меня привычка. А как ты вот это скидываешь, успеваешь? Что тут успевать-то? Вот у меня привычка вот такая. Вот здесь зажимай леску. Я-то вот сюда кладу под палец. Нет, это что-то... Это прошлый век. Я сейчас буду переучиваться. Офигенно. Ну, катушка-то шляпная. Какая шляпная? Нормально, катушка. Тихо, ты у меня распутаешь сейчас ее. Сейчас буду поводок делать. Она, походу-то не распускает. Чего? А шель какая-то. Давай-ка, давай делай, не обосрай мою катушку. Давай. Так я специально маленькую взял, под щуку, под окуня. Катушка и щуку плохо тянуть. Сейчас попробую. Надо 3000. У меня есть. Я возьму маленький спиннинг с собой еще, раскладной. Полено-то, которое в тот раз рыбачил. Щуку-то, на которую... Это, не, нездоровая, складывается-то вот у меня. Вот этим рыбачь, этим так этот поднимать. Я с этот и тот еще кину. У тебя 2 грамм до 15, ты можешь маленькое им кидать, небольшое. Да я понял тебя, Коля. Все, продолжаем. Так, сейчас мы... Коля, ой, не туда, не то взял-то. Ну-ка, зацени-ка, поводок вот этот пойдет мне? Или нет? Он пойдет, но до первой поклевки. И что, оторвет? Нет, будет поросячий хвостик. А, ну пускай и хоть все, так. И все, и выкидывай. А у меня 3 их таких. Да, опять я посрал. Да этот-то может и нет. Да он и есть, наверное. У меня такой же был такой. Да? Ну, Дима, щука на 7 килограмм, его отхерачит, что-то вкусно. Ну я хотя сначала 1.5 поймаю. Ну, потом уже 3-то. Давай. Где она у тебя? У тебя только не длинная. Она длинная у тебя или короткая? А Путина, короткую или длинную? Мне длинную, ой, короткую на. Я не люблю длинные короткие поводки. Я тоже не люблю длинные. Нафиг эти длинные поводки. Потом что разбирать на обратно, да, удочку? Конечно. Можешь сложить, как мы складываем, пополам и все. У тебя что, в машине место еще надо? Не, а у меня там грузовой отсек. Ой. Боливар только 2 может, да, Коля, увезти? Ну, твой боливар всех увезет. Сзади-то нету. Всю нашу банду запросто. Че, поедем? Че, можно со стороны кого-нибудь взять. Не, со стороны только девчонок возьмем. Ты как к женщинам? Легкого поведения относишься, низкой социальной ответственности. Что-то я уже запутал, Коля, не начал рыбачить. И уже у меня тут... Ёпти, борода. Сейчас я. Труна. Умеешь вот, мотать-то ее? Труну лучше, да. Чего? Мотать-то умеешь? Не-а. Ну, распутать, потом обратно. А, да, я видел по телевизору. Ну, все. А она что, точно выдержит? О, выдержит. Она-то все выдержит. Тогда. Она только это, до 5 килограмм, твою 7 килограммовую не выдержит. Я не буду дергать-то сильно. До 5 килограммов.
А, бля, я кинул. Метр с чем-то. Какой-то метр. Что, давай ему пар... ближе к берегу. Парыша не дал еще, погоди, я еще. А где у тебя черепи-то? Вон я положил тебе. А, блин, я что-то не то сделал, Коля. Че, Дима? Да че она, почему у меня не в эту сторону-то перевернулась? Я ее просовывал, блин. Она у меня опять сюда заскочила. Как так получается? Ты ушко открывай просто в следующий раз и все. Да? Ё-моё. И тогда не промахнулся. Да, у тебя канат-то нехилый. Вот он у тебя выдержит 7-килограммовую щуку. Без поводка. И какая-то фирменная у тебя? Что за леска-то у тебя? Да это мне Дима Бакулин покупал. Харшавин-то ездил с нами. Не Санлайн случайно? Санлайн. Санлайн? Да. Откуда знаешь? Так у меня коробка была. Санлайн? Да. Япония. Я не знаю, Япония, но Санлайн. Хороший сынок. Сигл. Стивен Сигл. Санлайн Сигл. Блин, как бы мне вот сегодня не сломать щуку, когда вытаскивать буду. М? Когда щуку буду вытаскивать, не сломать бы его. Сейчас покажу, как тебе, чтобы не сломать. Так. Давай, ты чё это? Ты тягай. Ты чё это, как завяживаешь здесь? Покажи ко мне. Держи. Чего? Да. А, ты хочешь фрикционный настроить, да? Не, вот я хочу тебе. Ну-ка, давай. А что ты делаешь уже? А тебе, чтобы привязываться, так у меня хватит тут. Ты мне фрикцион лава настрой. Под так щуку. Вот смотри, а ты зачем вот так-то ты делаешь? Никогда так не делай. Как? В одну сторону, чтобы делать, да? Да. А туда. Нет, я иногда, если проходит, я просто не ослабляю. Да, это вообще не трогай, Дима, потому что ты дерни, да, забудешь, раз, она у тебя обратно крутанется и намотает тебе тут пучок. Залезку дерни, да и все. Да. Ты какую леску? А, все, понял. Вот, оставляю вот так. Все, понял. А если что, потом подтянуть если тебя? Если щука сильно потащит, быстренько раз тут подтянул. Все, понял. А как здесь ты один если узелок делаешь? Не трещит, ослабил. А? Один узелок делаешь здесь? Нет, тут вязать надо конкретно. Что будешь привязывать? Давай привяжу. Так вот твой в Санлайн. Давай. Надо. У тебя это... очки-то где? А, сейчас я одену. Ему бы карабинчик повесить. У меня есть карабинчик. Давай, такой. Маленький. Да. Чтобы тебе менять потом что-нибудь. А как их потом? Все равно срезать надо придется, я там ничего. Не достану. А, да. А зачем? Складывай его пополам и все, как мы делаем. Я никогда не разбираю, это тягомотина полная. О, благодарю. Так, давай привяжи мне карабинчик-то, я уж... Сейчас. Пополам складывай. Без вертушка-то есть? Да ладно, пускай с вертушком. Нет, только с вертушком. А я, может, без поводка потом, если буду сам это легкий кидать. А, на окуня-то. Пополам складывай, Дим, его, и все. Кого пополам? Спини. Вот, смотри, берешь вот так вот. Оп. А ты потом зубами? Натяни вот эту. Зубами потом обрезаешь. А что-то я просто петлю делаю, да и все. Не, раз. Бля, тут опять какие-то морские два, узлы, потом у меня щука три, сойдет. Четыре, пять. А это я так привязываю мормышку. Восемь. Ты больше большую-то петлю не делай. Девять. Тут петли не будет вообще. Как не было, наконец-то отрезать придется. Отрежем. У меня где-то есть вон ножницы, я сейчас отрежу. Отождем зажигалкой. Да не-не-не. Ну ты большой какой, конец-то сделал. Не. Не бойся, Дима. Все будет отлично. А, ты привязал просто? Все. Все, понял. Давай, у меня ножницы есть, обрежу. Ну, обрежешь, короче, этот. Да. Миллиметр два оставь. Все. Сейчас, погоди, я еще раз подверну. Все, отлично. Так мне на окуня, да можно без поводка пока. Обрежь. Да? Это можешь без поводка, но если вместо окуня чикнет щука, все отрежу. Нет, тогда пока на щуку буду с этим. Ну, нафиг. Так, ножницы у меня, Коля, есть рыбацкие. Чикнет. Чикнет, да. Сейчас на ногу-то. Че, узелка, да? Не совсем, чуть-чуть оставь, миллиметр два. Все. Сколько миллиметров? Чуть-чуть. Вот все. Сейчас подстегивай, туда блесну, и все, отлично у тебя будет. А ты не разбирай, говорю, его, вот так вот, сложил его, но поднатянул, и так, и вози, мы так делаем. А тут разбирать каждый раз, это такое бешенство. Это педантизм. А что он, с обоих сторон раскручивается или с одной? С собой, с какой хочешь. Ну как, да? Погоди, что будешь вешать-то? Как что? Я воблер? Буду вешать вот этот пока белый воблер. Ну давай тогда тихонько раскручивай. Но. Умеешь раскручивать? Я сам что-то у меня херово получается, эта шляпа. Я раскрутить-то могу, закручивать что-то у меня не получается. Я все сейчас научусь. Все первое делаю, первый раз. Но, Коля, рыбаками, ты знаешь, не рождаются, ими становятся. Надо только практиковаться. Я только не помню, в какую сторону надо обратно. Я тоже забываю. Не, у меня нормально. Вот так вот, Дима, сложил его пополам, смотри. И все. Машину бросил, никаких проблем. Каждый раз его... Точно щуку выдержит. Отрезать, перерезать. Нормально замотал. Все, я так и замотал, поэтому.
И что-то вот кончик убрать бы, чтобы не цеплялось у тебя за него. Ты давай не гни, а то он сломается. Все. У меня. Зачем ты загнул-то его сейчас? Он не сломается сейчас. Ага, я вот видел, как они ломаются. Пускай а ты лучше. Его туда-сюда перемусорил бы. Нет, я чуть-чуть его поправил, и он сломался. Так, у меня тут зацеп уже, блин. А, Коля, ты что, накачал все? Я что-то не посмотрел, все ли я взял. Да почти готов. Так, я-то что, что не взял? А, мне сулиму-то надо взять. Сулиму, вы до скольки рыбачите-то обычно? На какую сулиму я перешел? А что, дай-ка попью. На, попей. Что, погоди, у меня, Коля, тут борода, бля. До 9? Ну. А клюет до скольки? До 9. Значит, эту нижнюю не трогать, леску, а я, блин, как дурак эту переключал. Просто дернуть, и все. Не трогай его, нафиг запутаешься. Так, давай, Коля, это сюда. Лучше ослабляй леску, если тебе надо что-то передвинуть. Вот и все. Так, и нанесу. Да? Так. Что нам надо? Попить? Попить. Неплохой. Я водички, блин, сейчас возьму с собой. У меня чаек. Есть. Если что, подплыву. Вы все здесь сидеть будете или поплыви потом? Не, ну тут сядь, на волну сядь. Ну давайте. А я туда и туда в траву поплыву сейчас. У меня получается. Окуней. А если нет, я. А щука здесь не ходит у вас? Да, она везде ходит. А, я у вас испугаюсь, я не буду я вас щуку ловить. На, вот колено, там видел. Так, все, выходим на воду. Не купил его. Я еще не столько рыбы ловлю, Коля. Так, я что, не закрыл машину-то, наверное. Нет, да видишь, это молния небольшая, так что подпустила была. Ну-ну-ну. Все, выходим. Что, у меня весло? Надо пристегнуть весла-то, пожалуй. Ну что, Коля, ни чешуи, ни хвоста, как у нас говорят-то? Ни хвоста, ни чешуи, НХС. Блин, я знаешь что, я ботинки не надел. А ты что, как ты забрал? Закрыто ведь было. Нет, открыто было. Ты не закрыл машину. А я знаешь что, Коля, ботинки не взял, бля. Рыбацкие ботинки не взял. Ё-моё. Придется без ботинок в летних. Ну, надеюсь, тут не сыро. Я так же. Главное, на воду зайти удачно. Ну что, вроде все взяли. Так, спиннинг надо подвинуть. Саня, а червя как-то ты мне положил? Коля выходит первым. Вот это вот зря положили, эту деревяшку. Она только мешается. Ты что, задом выходишь, что ли? Или пофигу тебе как? А, Коля? Не знаю, Дима, сейчас как крутится. А я вперед сразу же. Залезу назад, потом сюда перейду. И все. Так я понимаю, как бы дно не порвать. С этой деревяшкой, блин. Да она вроде сейчас пока. Буду торчать, надо его убирать. Мы не в сапогах, да так-то убрали бы. Так, пацаны, выхожу. Так, а на покрышку, если я встану, что будет? Будет нормально. Отталкиваюсь. Я нифига не оттолкнулся. Самое сложное в рыбалке это отчалить. А чьи, Серега тебе звонил? Он сказал, Коля не поедет. Я и не стал тебе звонить. Так понятно? Даже не вечер, надо время проводить красиво, которое отмерено. Оно и так, его мало. На куб не ездим, да хоть порыбачим. Мы же, Коля, с тобой убийцы рыб. Че? Все, пацаны, отдать швартовые. Или швартовые. О, опять на воде. Вот это кайф. Камеру приподнимем. Что-то мошкара ко мне когда-то пристала. Вы что, вот прямо здесь рыбачите? Нет, пробовать будем сегодня. Так. Я поплыл сначала вот здесь у коряк покидаю, потом дальше в камыши. На воблер сначала попробую. Щучку выловить. Так, мне на якорь привязать, наверное. Все, начинаем.
Блин, вышел на воду, первый заброс, вот и удочка пролежала. Я только забросил, сразу же сломался спиннинг. Да что за спиннинг-то такой лежал у меня? Ладно, у меня второй есть, поехал я на берег опять. Первый заброс и сразу же... Поехал спиннинг менять. Первый заброс, ё-моё. И все, хана. Ладно, у меня еще один есть. У меня еще есть там. У меня спиннингов много с собой. Эх, блин. Что, походу, высох он, что ли? Лежал год там на шифонере. Так, мне что надо там? Мне надо сначала кокончик отрезать. Будем сейчас операцию делать. Коля вязал. Все понапрасну. Так. Еще кончик-то такой. С трубочкой снаружи. А у меня здесь спиннинг с трубочкой снутри. По-моему, да? Паладин сейчас будет. Так, что у нас? Может, у меня конечек туда подойдет? Не стоит перевязывать. Поставлю пожестче. Ну-ка. Не, болтается. Придется все переделывать. Порыбачили. Ладно, недалеко хоть отплыл. Да. Ой. Вот так. Погнали. Блин, первый заброс. Я узлы-то такие не умею, как Коля, вязать. Так, какая это у меня? Это у меня 7 грамм 32. Вот эту и поставим. А, это не та. А нет та. А что они так легко заходят? Что-то я не понял. Они не легко, это мне показалось. Ну-ка. Все, ровно. Ну что? Этот спиннинг, походу, длиннее, что ли? Все, я вяжу его дальше. Все перевязал, отплываем. Сейчас я отплыву, сразу же попробую кинуть. Что такое, блин? Тут, Коля, заезд неудобный, узенький. Коряги. Так, давайте попробуем кинуть. В чем проблема была, я не понять не могу. Скотч уберем. Коля, поклевочка была первая.
Ага. Ну, а конек дернул, походу. Блин. Сейчас я переучиваюсь хватку. Как вот так, где они кидают. Блин. Видите, мне надо научиться кидать. Я немножко по-другому держал-то. А может, не это травой здесь? Нет, не трава вообще-то. Кто-то дергает. Блин, у меня что-то, Серега, снасти рвутся. Нитка прела, что ли? Я тебе скажу, помойка тут. А, Серега? Че? Да что-то рвется у меня все. Нитка, что ли, спрела? Так я закидываю, у меня вон оторвалось опять. Ну что, ты обрыгался? Я не обрыгался даже. Так я тоже нет. Несколько потычек было. О, смотри, что. Что, оборвалось все? Так это у меня, вот я закинул воблер, ладно, он не тонет. Ну, он туда проснулся. Че, у тебя ничего нету? У меня? Голяк? Чтоб я еще на эту помойку поехал? Так я же тебе говорю, это не река тебе хвастаться. Ты вот здесь поймай, мастерство-то покажи свое. Здорово, Андрюха. Что у меня тут, в общем, пацаны, а все запуталось. Сейчас сижу. А, во, все. Ну, на этом пруду точно. Так. Как у тебя денежки? Сережа опять по телефону калякать начинает. Надо его наказать. На вольных хлебах. Так. Что, ты хотел что-то предложить? Ё-моё. Снасти рвутся только так. Ну, созвонимся, Андрюх, потом. Тут мне это как-то... Клюет, скажи, клюет. Созвонимся. Ну и Сережа, камера, смотри, снимает, все ваш разговор записала. Да, у меня ничего не надо. Что-то, в общем, ребята, сегодня плохо все. Блин. Первый закид и кончик сломал, кудочки, прикинь. Ладно, хоть не сути кончик. Желтую-то которая. Первый закид. Че, она, походу, высохла за два года? Чук, обратно поплыл. Это уже другую я удочку. Разыся, попробуй, я не знаю, что она лежала. Нет, не это. Кончик сломался у спиннинга. Не у этого, а у первого. Который желтый-то был. Аршайн-то покупал. Че, он высох, что ли? Китайский брак, че? Китайский брак. Первый заброс и все. Че, давай меня вези на берег. Вези меня, извозчик. Ну, че, тебе веревочку дать? Сюда. А как я чекернусь? На якорь себе положь, я за тебя буду держаться. Ты меня... Чай хочешь? Хочу. Поехали-ка на берег, там попьем. Бутерброд хочешь? Пошли на берег, темнает быстрее. Где у вас там, блядь, не знаю тут. Фарватера не знаю. А ты у тебя-то где? Там что ли тачка? С опаской тут одни коряги. Да нет тут коряг никаких. Пацаны, сейчас будет нормально все, Сережа меня. Так ты давай сюда подгребай. Ох, ну такую рыбалку. Поехали на реку лучше. Девушка, якорь. Якорь нормальный? Да, длина. Длинная? Сколько тебе надо? Там контролируешь. Так я что, держаться буду? Нет. Ну давай, давай. Дальше. Так как? Давай. Я тебя на вид намотаю. Все, режем. Давай прямо, да, вон там, где заезды, да, видишь, машины стоят. Чуть-чуть левее чемпиона. Как я держусь, да? Ты че? Сережа, на прицеп меня взял. И мотор заклинит у тебя. Чего? Мотор заклинит. Да куда ты? Не рви веревку.
В общем, ну его нафиг, все, плавали, ни одной рыбины. Сережа на реке всегда рыбу ловит. Луши давай, так доплывем. И, так здесь дорога есть, вон, подъедь сюда. Че ты? Да вон у тебя машина стоит, че ты, какой полкилометра? Во второй заезд едь там шире. Коля выступает. Во второй туда заезд давай. Че, Коля клюет? У нас тоже. Че у тебя на борту на 245 тонн или че? Размер говорит. Можно, ты не туда едешь, а вон туда надо? Да. Я трубу объезжаю. А. Я трубу объезжать, да видно, на мотор. Почистишь. Все, давай, пускай здесь выеду. Стой. Дай мне якорь-то, я здесь заеду, а ты там. Кончик кого опять не сломать удочки. Могу завершить, держаться долго, если умеешь. Я вон там вылезу, а ты здесь вылезай. Все, смотри, щука плеснулась, распугал ты. Так, я передом заеду. Повернись ко мне передом, а к лесу задом. Или наоборот. Так, сейчас спалили, где меня ловят. Так они везде ловят тут. Что? Час по чайной ложке, так. Ну, такой линь нам не нужен, Коля. Нам надо, чтобы каждая 15 минут клевала. Нормально здесь. Мужики уже все уехали. Коля один чемпион сидит. Говорит, не уйду без рыбы. О, сейчас я, погоди, я выйду. Фу. Вот это да. Так, пойдем Сережу смотреть. Где он? Интервью у него возьмем. В тапочках? В тапочках можно, нормально берет. А ты что сразу-то сюда не подъехал? Я не знал, я чего. Я же тебе сказал, говорю, за Зернотоком здесь по дороге проедешь. Можешь и по низу был, вон здесь дорога я есть. 100 лет не было, еще столько же меня здесь не будет, но. Вот здесь надо мастерство-то оттачивать, не на речке. На речке-то и дурак поймает. Ты от этих... Не оглох от чаек. Оглох? Ну, ветрище такое было поначалу-то. Сейчас вроде потише. Смотри, что у меня есть в кармане. Ё-моё. Где в кармане есть? Царские. Что, сейчас нашел, что ли? Ага. Нет, с того раза, походу, остались. Погодия, наверное, пускай чуть-чуть с тобой. Ну что, как у тебя? Не понравилось тебе, да, здесь? Лучше, Серега. Лучше наши дети. Так я тебе говорю. Давай побудиться, сожрем быстренько. Что у тебя за бутерброды? Пока четки. Я даже не... Блин, у меня знаешь что, Серега, я что? Думаю, что-то темно как. Во, ё-моё. Обычно не будет дождя. Не будет дождя. Чуть-чуть помочит. Я даже на речке ничего не снимал. Я там везде все обкидал. Я все блёсны перепробовал. Думал, хоть окуня поймаю. Окунь даже не клюет. Капля. А капля от чего? Ну, дожди, что у тебя тут? Бутики с корочкой хлеба. Ну, сколько-то не живешь, а все, лыж пошел. Что, творогом-то прикормил ли, ленята? Прикормил. Что, здесь чай? Да. Налей-ка чай туда. Да вон собираться нафиг. Сюда на реку со мной.
Я же ютолог звонит. И? Копать приглашают. А, идите, копайте. Золото интереснее искать. Здесь хорошо, когда клюет. Когда не клюет, тут, конечно, тоска. Бардачева. Чёрт, свиньи. Я тут раз видел. Блин, дождь откуда? Тучи уже нету. Я вчера 8 хвостов поймал, а сегодня ни одного. Угу. На реке. 8 хвостов. Бля, пошли-ка машину, что-то льёт. Чё? Сейчас мы фигу пьем, чтобы он собираться. Блин, дождь-то, ё-моё, откуда? Что взялось? Все, закидал все в кузов. Завтра просушу днем. Да соберу. Сейчас так и уедем. А Сереже надо все складывать. Не поеду больше на этот пруд пока. Серега. Понятно, что. Нахер пока клевать не будет, здесь скажут. Пока не клюет, ни хрен тут время терять. Ну так будет, нечего делать. Спиннинг покидать. Но надо, лучше. Лучше что, на Кумёнский пруд. Да я лучше копать уеду, золото искать. Гораздо интересней. Вятского египтолога возьму и пойдем. Че ты догонишь меня, не? Тебя? Да. А что тебя догонять, зачем? Ну что, поехал я потихоньку. Давай попрощайся со всеми. Сегодня ролик был ни о чем. О, куда-нибудь вставлю я это. Ну, куда-нибудь вставь. Куда-нибудь вставлю. Что... Всем пока. Где он там? Всем пока, говорит он. Микрофон на него не вешу. Убираемся мы отсюда. Это не рыбалка. Послушал я тебя сегодня. Я тебе показал, что здесь ничего нету. Ты мне показал, что здесь? Ничего не клюет, да. Ничего нету, да. Прощай. Этот пруд навсегда. Прощай, ничего не обещаю.